Всем привет, с вами Колтунов. Это пятый тур мегабольной Лиги Чемпионов. Так, меня там слышно. Не знаю, может кто посмотрит. Главное, чтобы не лагать никуда, ничего вообще не летело, и будет все нормально. Вот пив зашел уже туда. Сейчас мы начнем буквально через минутку. Все у нас работает тогда. Давайте, ладно, поехали. Просим команд, готовы? Нет, нет. Нет, не готовы. Релогут со мной. Ну давайте, подождем еще немножко. Так, а это что у меня тут еще? Да, сейчас подождите, у меня тоже немножко лагануло, что же тут, сейчас все переделаем. Вот. Все нормально у нас теперь. Народу почему-то мало. Ладно, давайте. Давайте, все, начинаем мы матч. Поехали. И давайте я начну с Rolex Army. В опорной зоне у нас играет Фродо. В нападении Эйфория и Пифа. За Стронг у нас в опорной зоне Сквизи. В нападении Финн Парниша и его поддерживает Брума. Все, матч у нас начался, поехали. Зажимает Rolex Army здесь. Тут же. Вот, и Пифа пробивал. Не точно, а сейчас, да. Бодро начинает у нас матч Rolex Army. Ни разу я их не комментировал. Не знаю, как они играют, но по ходу игры узнаю. Здесь была перепасовочка небольшая. Вот. Пифа с мячом. Пифа отдает на Фроду, Фроду на Эйфорию. И тут у них перепасовочка была такая своя. Эйфория. Пиф с мячом ударяет штангу он. И вот Финн Парниша тут. О, 1-0 у нас становится счет в пользу Rolex Army. Забивают. Уже первый гол. Почти уже в начале матча. Ну, тем будет веселее матч. Вот, Сквизи тут поднимает, отдает на Бруму. Брума, ну вот. И Брума у нас по борту идет, отдавал. Не получилось. Опять Сквизи с мячом. Здесь Финн Парниша хочет пространство для себя сделать.
Он его и сделал, но вот эйфория здесь против Сквизи. Брома уже отдает на Пифу просто, чтобы избавиться от меча, и Пифа начинает давить. И вот опять пространство очень дают много игроки Стронга, ролик с армии. Ну, посмотрим, что будет дальше. Брома тут не успевает, но он на второй волне успел и прокинул по борту. И вот в итоге Брома отдает на Сквизи. Сквизи здесь отдавал тоже. Хорошо! Хорошо сейчас сыграли Стронг и забили гол. 1-1 у нас счет. Хорошая атака получилась. Гол красивый. Комбинации получился. И вот парниш уже борется у борта, в углу. Выигрывает он борт. Отдает на другой борт, но там его подхватывает эйфория. А здесь кемпарниша. Опять же, отдает по борту. Пифа уже пошел к своим воротам. Здесь сейчас будет Сквизи кидывать. Нет, он будет поднимать. И как он хорошо вот сейчас бы, если бы принял он. Принял кемпарниша мяч так мягенько. Могло быть опасно. А так не получилось опасности. А здесь пожарил своей штрафной игроки Rolex Army. И Сквизи пошел вперед, дабы не проиграть борт. И вот Брума проигрывает борт все-таки. Сквизи тут что думает, что сделать. И он выбирает правильное решение, но Брума не очень подстроился, как отдал мяч соперникам. И здесь уже Rolex Army в атаке. Эйфория толкает Брому. И вот Брома тут с мячом. Они отбиваются. Стронг, вот можно так сказать. И наступает в свою позиционную атаку. Фин парниша здесь борется. У угла довольно-таки хорошо поборолся. Да, Пифа почему-то уступает. Не знаю почему, может еще не разыгрался. Здесь Фродо выскочил на мяч, якобы чтобы опередить игрока. Здесь отдает просто мимо эйфории мяч. И у нас ФП 0.45, по-моему, было. Но там всего где-то 3 секунды, поэтому не думаю, что команды захотят его играть. 3-4 секунды максимум. Вот здесь не разобрались Сквизи и вот. И что это привело, неразборчивость своих же игроков привела к атаке игроков Rolex Army. Подходит к концу у нас первый тайм. Игра у нас, можно сказать, равная, потому что вот первый гол сразу забили, и вот Срон тут же выровнялся и забил свой ответный. Есть еще шанс на одну атаку, но нет. Не проиграл здесь Фродо борьбу, борт, и счет у нас по-прежнему 1-1. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, русский язык убрался. Да, есть еще у меня такая штучка. Я установил себе донат. Кому нравится, как я комментирую или что-нибудь подобное, скидывайте, кто сколько хочет. От 10 рублей у меня там сделано. Все нормально. Говорю, я не очень громко, не хочу кричать. Ну, все тогда отлично. Продолжаем в том же духе, как говорится. Давайте тогда.
ждем мы команду на второй тайм. Ну, давайте уже в темпе. Ждем мы, когда все-таки игроки подойдут на второй тайм. Решили взять небольшой перерыв для себя, вот так. Ну давайте, заходите кто-нибудь уже. Начинаем мы второй тайм, и произошла замена в составе Rolex Army. На второй тайм вместо Пифа выходит Винни-Пух. У Вектора все осталось прежним составом, и вот сразу Rolex Army, как в первом тайме, начинают активную очень игру. Они сразу начинают давить, но сейчас Брун перехватывает мяч, Фродо здесь опоздал на борт, и мог же сейчас забить Брума, если бы чуть-чуть ему фортуна улыбнулась, но такого не произошло. И вот Сквизи отдает по борту довольно-таки хорошо, здесь уже все закрыто, Фродо некуда даже отдать пас. Сейчас Сквизи попробует сделать дабл, нет, не стал. И вот штанга сейчас спасает от гола команду Rolex Army. Вот. Играем дальше у нас. Из Сквизи. Мяч подержал у борта, и непонятно, чего он дальше сделал. Просто решил придержать. Здесь он накрывает центр, как и должен действовать опорник. А здесь очень хорошо поднимает. Как же здесь Европу он поднял? И вот Фин Парниша. Он атакует. Он уже не атакует. Уже он защищается. Проиграл он мяч. И вот из-за него теперь команда в защиту стала. Эйфория здесь борется с Брумой. Хорошо сейчас отдавал на центр. Но там закрыт был центр. А здесь они все скучились, и все получилось у них. Но Rolex Army поджимает довольно-таки сильно. И вот-вот разыгровочка прошла. Если бы Эйфория чуть-чуть раньше двинулся, то, возможно, был бы опасный момент. А так он не прочитал эту ситуацию. Брум у нас, похоже, улетел. Да, он улетел. Вот опять здесь тоже где-то 2-3 секунды. Ну, ФП у нас уже секунд 8 где-то насчитывается. По ходу матча, может быть, еще нагонят они. И вот Фродо тут уже думает, что делать с мячом. Отдает в борт. Борт здесь не проигрывает Сквизи. Но Сквизи не отдал центр. Не прошла у него эта передача. Вернее, он отдал, но она у него не прошла. Фродо здесь по борту даблет. А здесь уже держит просто Винни-Пух игрока. И вот Эйфория мчится к мячу. И Фин Парниша его оттесняет. Винни-Пух здесь борется у своей штрафной. Сквизи бежит за мячом. Он может сейчас поднять в другую сторону. Он почти сделал так. А сейчас здесь очень ошибка у нас. Ну, не воспользовался Винни-Пух такой ошибкой. Если бы он был чуть-чуть поопытнее, мог забить с дабла. Но нет. Не смог забить он. В итоге потерял момент.
сейчас кризис тут пятится назад, не продавливают его ролик с армией. И вот сразу у нас Бруно держит Винни-Пуха. Они тут вдвоем чего-то столпились, непонятно почему. И вот повело это все к такому опасному моменту. И у нас Брума, и вот они опять мудрят между собой. Уже вынесли бы давно и начали свою атаку, но нет, они мудрят. Вот здесь должен, нет, не успеет. Перекрыл, и Сквизи мог отойти подальше, но он мог его вытащить. 2-1 в пользу Rolex Army. Такие мячи нужно просто правильно подойти, и ты его можешь вытащить. Но если у тебя, правда, уже нитро не хватает, то да, не очень хорошо получается, и все, мяч в воротах. Но теперь надо Стронгу больше атаковать. Тем более, что у нас, ух ты, какой рандом прилетел сейчас. Тем более у нас заканчивается второй тайм. Третий тайм будет еще веселее, я так думаю. Ждем третий тайм. Пока у нас три мяча забито. И счет у нас 2-1 в пользу Rolex Army. Активнее пишите в комментариях кто-нибудь, будем разбирать. О, кто это тут такой появился? Ну, напишите вот чего-то. 16 человек меня смотрят, всем спасибо большое. Не забывайте, есть еще у меня тут такая в центре штучка, туда можно скидывать, кто сколько хочет. Вот. Начинаем, нет, еще пока не начинаем. Ждем мы, пока придут игроки на третий тайм. Ссылочку я оставил тут везде на все. В итоге вот. Заходите, подписывайтесь на группу, на канал. Вот, я вижу, оживление у нас какое-то пошло в комментариях. А то прям не очень как-то. Так, да, у меня 12%. Ну, чтобы не рисковать, пойду лучше зарежу ноутбук. Фьюри поставил зарядку. А, окей, уберу я стрелку мыши. Давайте. Сейчас, подождите, нажму. Ой. Что я сделал? Поехали, на третий тайм у нас начался. Нет, не буду так вот говорить. Так, ладно, все, поехали. Третий тайм начался, и у нас произошло изменение в плане игры у Стронга. Брума из нападающего пошел в опорную зону, а Сквизи из опорной зоны пошел в нападающего. Интересный тактический ход.
что придумывают они тут. Наверное, ва-банк идут. Но у Роликс Арми состав остается прежним. Пифа не выходит на третий тайм завершающий. И вот забивают гол Стронг. И счет у нас равный 2-2. Хорошо они сейчас сыграли между собой и забили. Тактика, значит, им помогла в своем роде. Здесь Фродо уже начинает почему-то нервничать, отошел он далеко назад. А здесь бросили в центре одного Брому, которого могли пробить. Но все обошлось, и вот Стронг атакует, Брума отдает пас на Финпарнишу. Брума же снова отдает и закрывает, должен был центр, но не закрыл. И вот опасно сейчас может быть, здесь Сквизи мог переправить мяч в свои ворота. Одним нажатием удара не переправил, а здесь парирует угрозу Брума. Он выбрал хорошую позицию, а здесь Финпарнишу должен забивать третий мяч. Отскочил к ним очень хорошо и забивают. 3-2 Стронг у нас повел. Вот получается камбэк небольшой у нас. Матч хороший. Но теперь они будут играть на контратаках. Якобы, чтобы не упустить преимущество. Ну посмотрим, что у нас будет. Концовка у нас ожидается огненная. Роликс Арми сразу же зажимает Стронг в своей защите. И Сквизи тут поднимает очень хорошо, чуть ли не двоих. Но здесь Сквизи очень не перемудрил, не избавился от мяча, и сами себе опять привезли атаку на свои ворота. А здесь было опасно, эйфория не успел на дальний план, чтобы замкнуть эту передачу. А вот здесь бросил Сквизи Винни-Пуха. И 2-1 опять Фродо тут оставляют. Вот. Ну, благо подошли игроки, и все нормально. Но здесь Сквизи борется у борта, в углу. И очень хорошо. Ну, Финпарниша зачем-то сейчас кликал, что мяч отлетел буквально от него почти в центр поля. А сейчас мог быстро он отдать в центр, но не отдал. И вот опять атака у нас. Хорошо, что не получилось. А здесь дабл был неплохой на продолжение атаки. Мульти у нас появляется в спектрах. Но он уже не появится на поле, потому что... Ух ты, как сейчас прокинул-то. Потому что это у нас завершающий тайм, и остается до конца у нас даже минута. О, и Сквизи. Нет, Сквизи не забил. Потому что Фродо очень вовремя его догнал. Но мне так кажется, что сейчас быстрее забьет гол Стронг, чем отыграется Роликс Арми. Потому что они пожарят у себя в штрафной. Уже бросают опорника. Не кроют никого, а вот здесь Брума отдал не очень верно. И ух ты, как было опасно сейчас. Но Брума устоял, он не дернулся никуда. 30 секунд у нас до конца матча и 10 секунд хп. Если это кому-то понадобится, я не знаю. Если, но вот так даже не видный момент гола я писал, ну ладно, там был гол с продавки, я так понял. И у нас 4-2 проигрывает эту игру Роликс Арми, или же нет, но все-таки да, потому что остается еще хп 10 секунд, но они не хотят команды его доигрывать. Ну что ж, поздравим с победой
Стронг. А Роллинг Стар, мы пожелаем удачи в последнем туре. Всем спасибо, всем пока. Увидимся в Мегаболе. С вами был Колтунов.